Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я Комарач, или уже добрый вечер, как у меня. В этом году я хочу снова показать вам, как приготавливать или приготовить березовое шампанское или квас из березового сока. Что нам нужно для этого? Нам нужна одна такая вот небольшая черная горбушечка хлеба на бутылку, двухлитровую или полуторалитровую, не принципиально. Потом изюм без косточек. На полуторалитровую бутылку 7-10 штучек изюма кидается, на двухлитровую я кидаю где-то 15. Можно на глаз так брать, так жменьку и кидать. И на полторашку мы добавляем сахар. Одну столовую ложку с горкой сахара, а на двушке я добавляю одну столовую ложку и еще половиночку. Думаю, достаточно. Что хотелось бы сказать по итогу. Я пробовал в прошлом году. Это просто великолепнейший напиток. Он, во-первых, полезный, во-вторых, он пьется вот настолько легко и вкусно. Вот этот квас покупной, это такая ерунда по сравнению с вот этим вот квасом. Это вообще просто что-то с чем-то. Теперь дальше. Рассказываю. Мы заливаем, получается, наш березовый сок. Вот мы с вами засыпали полностью все ингредиенты. Сахар, изюм и хлебную корочку. Главное ничего не забыть. Заливаем где-то вот до сюда. И потом надавливаем на бутылку. Вот так вот сдавливаем. Должно получиться такая вот штука, чтобы наш сок подошел до горлышка. И закручиваем. Ставим куда-то в теплое место. Либо возле батареи. Можно на окошечко, чтобы солнышко светило. И ждем. Когда бутылка надувается, ну или принимает свою стандартную обычную такую вот форму, мы откручиваем крышку, стравливаем оттуда воздух, газы, которые, то есть брожение, которое произошло у нас, и закручиваем опять и ставим в теплое место. И так делаем два раза. Два раза стравливаем воздух по каждой бутылке. Когда второй раз вы стравили воздух, вы убираете это в погреб или в прохладное место, в гараж куда-нибудь, если у вас гараж прохладное место, и ждете там месяц-полтора, лучше даже два подождать. Тогда будет вот такой напиток. Поверьте, вы не разочаруетесь. Конечно, это немножечко муторно. Нужно собрать сок, нужно его профильтровать несколько раз. И уже потом выждать это все. Но эффект и конечный результат вас очень сильно удивит. Понравится. И вы тогда уже не станете лениться в следующий год. И последующие тоже года будете собирать. Сейчас, кстати, очень плохой период, березовый сок ночью не идет, даже вот начиная с вечера, потому что холодно на улице, и сокодвижение останавливается. Я вот за 3 дня собрал, ну сколько тут получается, ну 1,5-2 пятишки у меня, короче, получилось собрать. Не очень хороший такой результат, даже нет. А, ну да, правильно, я ж не полностью уж бутылки наливал, где-то 1,5-2 пятишечки, может быть чуть-чуть больше. А, и еще такой вот комментарий, изюм без косточек, когда будете покупать, обязательно его промойте, вот не забудьте, потому что я вот промываю, вода, но она прям как, ну молоко это очень сильно будет сказано, но прям мутная, прям муль, и вот промывайте, пока вода чистая не будет, я не знаю почему, но лучше промывать, он грязный, хотя он в запакованной, запечатанной упаковке идет, но промывайте обязательно, чтобы, не дай бог, никаких бактерий, ничего такого не подцепить. Да и вообще, чтобы не травануться. Мало ли, что там намешает. Все, а потом я покажу финал. В прошлом году не показал, потому что не было просмотров. Но потом посмотрел, просмотры прошли. Пошли. И сейчас снимаю в этом году еще один, получается, сезон. И в конце покажем, ну то есть еще будет одна часть, не в конце, а еще одна часть, где я уже потом открою, покажу, как это все выглядит, и насколько это вкусно, вы можете попробовать, когда сделаете сами. Но если у вас есть поблизости березы, то советую, хотя бы сделайте, ну одну, две бутылки, полторашки, хотя бы две полторашки, просто для пробы, не поленитесь. Потом вы очень сильно будете хотеть постоянно такой сок делать. Кстати, не сок, как вас, алкотестером проверял, не показывает вообще никакого так, градуса, ну, то есть вообще типа безградусный, но все равно пил за час до, этот, как, до выезда. Если куда-то ехать собрались, лучше за часик попить, ну чтоб мало ли, знаете, все-таки все равно даже в этом квасе, в продану, который покупаете на улицах, даже в нем бывает всякая ерунда, поэтому лучше перестраховаться. Все, всем добра и удачи!